Друзья, всем привет! Косил сейчас траву, и в самый, конечно, неподходящий момент закончилась леска. И это сподвигло меня на один маленький эксперимент, который я хотел сделать давно. Давайте начнем. Для этой самоделки нам необходимо будет снять вот эту деталь с косы. Теперь нам необходимо сделать 4 отверстия. Здесь, здесь, здесь и здесь. Теперь ставим это все на место. Так, теперь берем обычные велосипедные спицы и вставляем в эти отверстия. Для удобства я буду вставлять через это отверстие. И так в каждую. Следующим шагом нам надо будет изогнуть под 90 градусов. Так, еще один важный момент. Нам их, естественно, надо будет отрезать, чтобы они не цепляли этот ограничитель. Так, ну теперь настало время испытаний. Перед началом испытаний хочу вам посоветовать видео «Регулировка карбюратора бензокосы». Я там все четко, кратко, лаконично рассказал. Смотрите, не пожалеете. Ну давайте подводить итог. Спицы чуть-чуть попогнуло. Это уж так подзавернуло. Так, и что еще самое мне не нравится, это начало разбивать вот эти посадочные места. В принципе, способ хороший. Если заменить вот эту дюральку на какую-нибудь железку, круглую диск, под размер это все сделать. И спицы желательно брать, наверное, мотоциклетные, с какого-нибудь там Востока, Восхода, Ижа. Я думаю, данная катушка имеет место быть, потому что как бы справляется даже вот это вот. Так давайте подведем итог. Способ рабочий. Если заменить на сталь, заменить на толстые спицы, я думаю, эта катушка будет вечной. Так что, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч!